Помнишь, пока... Акклиматизация. Для того, чтобы в Сингапуре насладиться морскими животными, не обязательно платить кучу денег за дайвинг. Можно взять за $39 вот такой вот билет в бассейн. Индус. Знакомьтесь. Это же... Ладно. Буквально через пару... И на их месте построили небоскребы. Но больше всего этот аквариум поражает цифрами. Я вышел из кадра. Знаете, я, когда мы снимаем программу, часто думаю об Алинке. А об Ивлееве думаю в душе перед сном. Эмпатия, что поделать. Приезжих здесь почти что нет. Потому что кто едет в Сингапур за пляжем? Морской сезон разве что. Секундочка самоиронии. Коля, привет. Привет, Алинка. Я любуюсь сингапурскими горами. Видишь? Правда. А ты такой высокий, что на верхушке снег. Фух. Действительно, ну что? Да что? Иди сюда, что ты кудахаешь.